с видео по поводу того, как надо прогревать сортоповодный манжет. Это прежде всего для файтеров, да, для бойцов. Очень важный момент, потому что самая частая травма у бойцов, которые бьют кроссы, свинги, поднимая плечо, это если не размята правильно ротаторная манжета и очень плохо подготовлено плечо, то возникает либо подвывихи, либо растяжение мышц ротаторов, и плечо болит постоянно. Хуже всего, когда хронический подвывих возникает плеча или даже вывих. И поэтому есть ряд упражнений, которые надо обязательно проделывать, как в тренажерном зале при занятиях, вообще всем на самом деле, так и файтерам, в частности, перед работой на снарядах, на мешке, на тяжелом, на макеваже. Я показывал, значит, раньше два упражнения, я сейчас их быстренько повторю. Для этого, в общем-то, вес надо легкий брать, большой не нужен. Вот даже вот таких маленьких гантелей достаточно, чтобы был первый момент. Вот такое вот упражнение. Это я просто для тех, кто не видел, это первый вариант. Второй вариант. Вот такой вот разводка. Некоторые думают, кто не знает, что это такое, думают, что это такой человек делает. Ни бицепсы не качает, ни плечи, ничего. Это идет именно проработка плеча. Вот ротаторы работают на разведении. Локти при этом в сторону, значит, тащить не надо. Локоть остается на месте, только рука ротируется в сторону, тогда головка плеча поворачивается и напрягает ротатор. Третий момент. Это прокручивание. Вот таким вот образом сильно плечи вперед. В обратную сторону работают ротаторы. Но сегодня я хочу показать упражнение на кроссовере. Если у вас, кроме свободного веса, есть еще вот такой тренажер, самый лучший, что называется. Здесь ротаторы работают очень хорошо. Вот таким вот образом. То есть тяги на ротацию. В одну сторону подтягиваем, разворачиваем в другую. Важно не делать вот так. То есть не надо раскачивать тело в сторону. Надо вворачивать именно плечо. Не тело, но так раскачивать в сторону. Важный момент. Так ничего не работает. А вворачиваем только плечо. Тянем вниз. Выворачиваем плечо и тянем вниз. Ротатор прорабатывается очень глубоко. В обратной фазе руку полностью раскручиваем, даже локтем наружу. Выворачиваем другую руку, раскручиваем наружу локоть. Чтобы не дискоординироваться, не надо сразу делать одновременное движение. Одну руку проработали, развернули. Другую руку проработали, развернули. Я сейчас работаю со спиной к зеркалу. Но для лучшего самоконтроля лучше работать или соблюдать лицо. Тогда будет вообще все понятно. Не наклоняйтесь, еще раз говорю. Очень классно ротация прорабатывается на полном амплитуде. И в ударах будет очень хорошо стабилизироваться заголовка плечевого сустава. Вот такое вот упражнение. Все.